Неприступная снежная крепость как доказательство. Снежный плен еще не отступил. Сказочные объекты поднимают настроение горожанам. И хоть задача не из легких, для Екатерины Шведовой, даже несмотря на небольшую травму, все по силам. В этом году на детской площадке в поселке Безри новые фигуры. Нужно три, в общем-то, таких инструмента. Фантазия, желание и лопата. Вот. То есть лопатой вырезаются фигуры. В данном случае, вот если обратите внимание на башенки, это было сделано обычным пластиковым контейнером от аптечки. Но не только полюбоваться замком с принцессой и штурмовать крепость. На площадке можно прокатиться с горки. Никита старается приходить сюда каждый день. Тут есть целых три горки, можно скатываться без ледянки и даже с ватрушкой и ледянкой. Вот тут установлены правила. Кстати, в этом году заказали специальный баннер. Во всем Екатерине помогают ее родители, а также местные жители. В этот раз мы приходили, тоже помогали делать кубики, делали крепость. Дети нам помогали, то есть мы не одни. Были у нас такие вот активные. Ну, очень приятно, что вот работает вот эта Екатерина. Мне здесь нравится вот эта вот горка, потому что там очень круто кататься, там большой разгон. Уже 18 лет семья Шведовых создает парк ледяных скульптур в своем дворе. Посмотреть на зимнюю сказку приходят даже из других микрорайонов города. Погода в округе это позволяет, хоть и скоро весна. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».